«Привет, дорогой! Сейчас ты бы мог смотреть, как горит огонь, как течет вода, как жарится шашлык или как итальянец по имени Армен уводит твою девушку в кино. Но лучше расслабься и смотри шоу «Well Done». Всем привет! Меня зовут Вильдан Милышев. Голову сегодня я не забыл и знаю, что такое чешушули по-аджарски. Друзья, это шоу «Well Done», полуфинал. Мы начинаем! До этого полуфинала у нас дошли две команды справа от меня. Рестораторы, им аплодисменты. Владимир Ким. Я Владимир Ким. Играю за команду рестораторов. Как говорил Владимир Ильич Ленин, учиться, учиться, еще раз учиться. Вот сегодня мы и научим преподавателей, как нужно играть. Давид Унанян. Всем привет. Меня зовут Унанян Давид. И в студенческие годы я работал барменом в ночных клубах. И понял одно за это время, что преподаватели по ночам тоже не спят. Но на передачу пришел в очередной раз, потому что позвали. Всем удачи. И Тимур Бекаев, да. Привет, я Тимур, тот что Бекаев. И сегодня судьба дала нам шанс поучаствовать в извечной битве студентов и преподавателей. Но мы уже давно не студенты и готовы дать отпор. Напротив них, уважаемые наши педагоги, представители двух вузов КФУ и КУКИТ, начнем с очаровательной дамы Оксана Владимировна Резник. Добрый день, меня зовут Оксана Резник. Я представляю Крымский университет культуры, искусств и туризма. Там, где творчество, там, где успех, там, где победа, там наш университет. Ну, надеюсь, соперники поняли, что им ничего не светит сегодня. Сергей Михайлович Деброва. Деброва Сергей, Крымский федеральный университет, факультет славянской филологии и журналистики. Играть несложно, сложно выиграть. Мы пришли, чтобы победить. И Сергей Владимирович Додонов. Я Додонов Сергей, представляю Крымский федеральный университет. В игре появился опыт, появился адреналин, сохранилось стремление выиграть. Поэтому сегодня еда будет не по вкусу. Берегитесь. Настраивайтесь. Нам победы. Есть! Дорогие друзья, есть еще один человек. Напротив меня он находится. Музыку нам красиво включает. Радуется, улыбается. Денис Епаров на диджей! Друзья, все как всегда. Все как всегда. А для того, чтобы начать конфронтацию, нужно назвать наши команды по одному человеку от вас, кто лучше всех играет в Суефа и у кого быстрее реакция. Смотрел, да? Итак, давайте-ка, все точно так. Камень, ножницы, бумага, да? Без лимонада, без всего. Вашу диктовку. Раз, два, три. Эй! Это ты чего? Все, блин, горит. Катька, зовем, ребят. Сварено не по вкусу. Сварено не по вкусу. Аплодисменты, отлично. А вы как назоветесь? Мы традиционно. А, ну, неизменно, это команда «Мы». Аплодисменты. Есть. А, друзья, конкурс первый, называется он «Поисковик». Правила вы помните, в поисковую систему я вбил некий запрос. И что же в топах по этому запросу? Итак, начнем с вас давайте. Вбил слово «легкий». Легкий, что еще дальше? Легкий. Легкий день. Легкий день. Нет. Легкий. Ужин. Ужин. Ужин, кстати, есть. Быстро и вкусно. Рецепты из доступных продуктов. 5 баллов есть. Да, да. Легкий. Ветер. Ветер. Нет. Легкий. День. Да ну не день же, ну нет же. Ладно, вам аплодисмент, окей. Двигаемся далее. Ребят, не переживайте, есть еще на один запрос, и он начинается со слов «если бы». Если бы... Бросил курить. Если бы бросил курить, вы не о том думаете. Я надеюсь, нет такого, нет. Если бы бросил курить, нет. Если бы, так бы. Да? Да? Плюс 5 баллов, если бы, так бы. Вот что я делал. Если бы... Как пишется? Нет, нет, нет такого, нет. Если бы... Ну, пофантазируйте. Мальчик был девочкой. Если бы я была мужчиной. Да. Плюс 5 баллов. Есть такое. Почему на скрытое место? Завершился конкурс. У нас есть баллы. Денис, озвучь результат.
Команда «Мы» набирает 5 баллов. Есть. «Сваренный не по вкусу» набирает 10 баллов. Есть. Итак, друзья, следующий конкурс называется «На языке верчу». Правила помните. Текст русский переведен на несколько разных языков. Обратно вернули к русскому языку. Нужно угадать, что это за песня. Напеть ее, назвать исполнителя. По одному начнем с кого? Давай, два с тебя. Итак, Тимур, песня. Вот она, остановись. Да, чтобы видели. И четко, громко диктуй, читай песню. 6. Или это просто так? Это просто для тебя. За окном нас снова ждет новое утро. Голос еще не проснулся. Воздух маневрирует, я буду касаться горячей кожи. Мы здесь только вместе, вспомни, как мы уснули. Переживи этот жаркий вечер. Жаркий вечер. Это в скобках. Живой саксофон, вино и чечил. Вино и чечил. Задний кинотеатр, ничто не вечно, ничто. Продолжай. Но я больше живу с тобой. День за днем, жарким вечером, памятный я бы курил трубку, если бы был моряком. Надо поднять руку и назвать команду. По вкусу. Ну, Федук, я бы трубку курил. Моряк, если был моряком, да, 5 баллов есть. Мы можем выйти, в принципе. Итак, друзья, от вас кто? Я. Итак, Сергей, все то же самое. Нужно, напоминаю, поднять руку и назвать громко, как вас зовут. Поехали. Я буду стоять перед зеркалом немного. Самое большее – час. Все в этом мире так хрупко. Боже мой, все 50. Не знаю, как и что. Не поддавайся нигде, никому. Ничего, ничего. Я не хочу потерять себя в случае сомнений. Выбери один из 100 вариантов. Все они прекрасны, без исключения. Сварено не по вкусу. Ну. Не по вкусу. Виагра, один из 100 вариантов. Все они прекрасны, без исключения. Ну давай дальше пой, да? Ну ты назовешь песню название? Как ну ты назвал правильно, да, это песня «Бриллианты», как бы, да, ребятки я были. Я читал буквально одну строчку, готов был назвать, но... Ну что поделаешь, они были раньше, да. Сергей, спасибо вам. 5 баллов, есть, да, да. Кто от вас будет? Вова? Давид, кто? Я по-чешски не знаю, что читаю просто. Главное, громко, неважно. Ого, спроси сейчас, пожалуйста. Заткнись, посмотри в глаза и не говори ничего. Я все решила, наша речь не о любви. И отпустить? Живи, пожалуйста, просто. Убежать? И не пойму, просто убежать. А вы запятые не ставите, да? Не-не-не, не надо, не надо. И не помню каждый раз. Я помню детство, я помню наше место. 16, устал от поцелуя. Сварено не по вкусу. Но? Город 312, это нет? Нет. Сварено не по вкусу. Песня «Детство». Только я не помню, кто ее поет. Ну, а сколько человек там в этом коллективе, там, не знаешь? Ну, это двое, ну, это песня «Детство», вспоминаю «Детство», да, это Рауф и Фаик, да, «Детство», ты прав, абсолютно все верно, да, да, 5 баллов. Есть еще одна песня для вас, конечно же, я вас приглашаю. И... А мы думали, это тоже не надеюсь, вы знаете. Итак, поехали. Был обычный день, не совсем весна. Я помню сейчас, что ты был один, и письма везет. Сварено не по вкусу. Давай, Иван Борн, был обычный день. Да, ненавижу, да, 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 да. Я тоже не знаю, это они, я не знаю, что такое. Друзья, нам нужно узнать баллы. Денис, озвучь их. У меня такое ощущение, что у рестораторов вот какие-то напряженки были в УЗИ с преподавателями, потому что они набирают 30 баллов. Вот! Ну, а преподаватели, как было 5, так и осталось. Ну ничего, догоним, догоним! Дружище, если тебе нужно что-нибудь яркое, идея, праздник, свет, звук, сцена, агентство «Большая перемена». Друзья, следующий конкурс «Что за покемон?». Правила простые. Один человек от команды становится здесь, у него вывешивается стикер. Есть ровно минута, чтобы наводящими вопросами угадать, кто он такой. Ответы только «да» или «нет». Кто первый будет? Кто из вас? Какая команда? Команда «Мы». Оксана Владимировна, аплодисменты. Да. Итак, попрошу стикер вывесить на нашу стеночку. Он уже есть. Я надеюсь, вы этого человека знаете. Во. Знаете, да? Во. Все. Тогда без подсказок. Просто начинаем. Минута пошла. Так, это мужчина. Да. Молодой? Нет. Не молодой. Он ведущий? Нет. Артист? Нет. Так, преподаватель? Нет. Писатель? Нет. Он занимается творческой работой? Нет. Он занимается политикой? Да.
Политикой в Крыму? Нет. Политикой в России? Да. Президентская команда? Да. Медведев, что ли? Нет. Так, кто у нас еще может быть из президентской команды? Шойгу? Нет. Так, он занимается чрезвычайными ситуациями? Нет. Нет, он занимает... Он мэр города? Нет. Он... Так, занимается культурой? Нет. Президент? Да. Владимир Путин? Ну да! Оксана! Я думала, додумался, что президентская команда... По лезвию просто ходили. Ребятки уже считали, когда закончится эта минута. 10 баллов зарабатывает команда «Мы». Давид. Итак, Давид готов. Стикер у нас уже на стеночку вывешен. Итак, вы этого человека знаете? Да? Да, отлично. Даже я. Минута пошла. Мужчина? Да. Политик? Нет. Актер? Да. Российский актер? Нет. Американский актер? Да. Юморист? Нет. Боевики? Ну, почти. Это что-то типа Брэд Питта? Да, продолжай. Джим Керри, Брэд Питт, Том Круз? Нет. Вообще не в то русло. Хорошо, это был последний фильм с ним какой-нибудь? Нет. Так, это старый человек? Взрослый уже или молодой? Взрослый, да? Энтони Хопкинс? Не настолько. Давай, перебирай. Блин, мужчина, американский актер, блин. Известный капец, да? Прям глобальных масштабов капец. Фильмы перечисляй. Блин, я не знаю даже, что это. В голову ничего не лезет. Так, этот американский известный, не знаю, он блондин, брюнет. Второе. Брюнет. Итак, давай думать. Мужчина, когда ты говорил Брэд Питт, Том Круз, ребятки так аж вот немножечко зашевелились, потому что очень близко. Итак, это имя человека, его зовут? Джордж Клуни, блин, не почти. Знаю. Джордж Джонни Депп. Это было близко, но, к сожалению, нет. Друзья, от вас кто? Давайте. Владимирович, да? Условия те же самые. Стикер у нас уже есть на стеночке. Главное, чтобы вы, друзья, его знали, этого человека. Знаете? Да, знаю. И все знают. Сергей Владимирович тоже знает, да? Итак, если все готовы, то минута началась. Мужчина? Да. Ученый? Нет. Артист? Да. Артист? Да. Артист? Да. Артист. Кино? Нет. Нет. Театр? Нет. Телевидение? Нет. Ну, на телевидении певец. Он побывает. Да. Певец? Последнее, да. Да. Певец. Наше время? Наше. Поет. Их время? Да. Их время. Не подсказывайте! Мы тоже его знаем. Привет. Их времени, ё-моё. Молодой. Ну перебирайте кого-нибудь. Просто перебирайте. Из их времени, но мы его знаем, к сожалению. Я в ступоре. А может, где он участвовал? Может, может быть, какие-нибудь это самое, то есть... Блин. Он в каком-то конкурсе участвовал. Он звезда, он во всех олимпиадах. Вилдан такой, да? Время закончилось у нас, конечно. Ну, давайте думать. Смотрите, подсказочка уже была. Коллегиально мы приняли решение, что говорим о том, что он участвовал в Евровидении. Певец, вот, их времени. Почти. Дима Билан. Дима Билан. Почти. Почти, Сергей Владимирович. Ну, почти. Ну, что поделать. Друзья, от вас кто? Кого бросаем? Вова. Вова бросается в эту пучину. Стикер уже у нас на стене. Джеки Чан, нет, было слишком просто. Вы знаете, кто это же, да? Ну, как бы все знают, да? Ты тоже должен знать, ты уже обязан. А минута... Однозначно. Поехали. Мужчина, женщина. Мужчина. Актер. Нет. Певец, политик, спортсмен. Да. Футболист, баскетболист, боксер. Горячо. Далеко от этого. Фигурное катание. Да. Этот плю. Да, плюшка. Именно он. Как его плю? Ну-ка скажи плю. Белобрысый, короче. Да, его. Да, белобрысый плю. Да, плю. Плюшкинка. Ну вспоминай. Блин, как его? Ну давай. Плю. Ну все правильно. Блин, секунду какая. Он что у тебя краснеет? Почти Плюшкин, только не Плюшкин. Плю. Что у тебя краснеет? Плю. Плющеки. Плюше. Плю, плю,
щеки. Плющ. 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 Говори, Блин, как? Да подожди, плющ. Плюще. Так, Плющенко. Мои щеки. Молодец. Почти успел в любом случае, а он же до гонга это сделал, да? Десяточку баллов получает. Молодец. Итак, мы отгадали наконец-таки Плющёкина и Путина. Итак, Денис, нам нужно узнать баллы, давай. Именно благодаря этим людям, Плющёкину и Путину, вы зарабатываете по 10 баллов. Соответственно, рестораторы у нас получают 40 баллов. И... Ну а преподаватели 15. Друзья, вот он. Вновь бокс здесь, а в нем кто-то, что-то, нечто, как-то нужно это нащупать и дать мне определение. Конкурс «Кто там?» начинается, кто от вас? Давид, самый смелый, давай, заходи. Нет, просто у меня нежные руки, и все. А, я понял, подожди, стой, нам нужно сначала посмотреть, кто же там находится, давайте посмотрим. Напоминаю, подсказывать не нужно, чтобы ему было интереснее это щупать. И ты максимально подробно объясняй нам, что же там такое находится, если ты будешь это щупать, а если оно тебе ничего не отгрызет. А если так, вот так вот, да, вниз? Туда. Ну ищи. Еще туда, в ту. Ближе в углу, к себе. Вот еще. К себе. К себе ближе. О, да. Ого. Что? О, крыска, хомячок какой-то. Ну пощупай, что там такое. Не убей его. Не раздави. Что там? Животное, да. Котенок маленький. Нет, не котенок. Кто еще может быть? А, кролик. 10 баллов есть. Друзья, нужно найти смельчака. Сергей Михайлович, приглашаем вас сюда. Да. Итак, перед тем, опять же, по правилам, мы покажем всем нашим телезрителям, да и гостям, что у нас там находится. Я говорю, когда увидите его, как бы не кричите изначально, чтобы не усугубить ситуацию. Мне нужно было сидеть, да? Да. Давайте пробовать и пытайтесь нам рассказать, какое же оно. Хорошо щупай. Какой же он на ощупь? Ниже. Что-то шерстяное. Что значит под ним? Его поднять надо? Нет. Ну можно и поднять. Что на ощупь? Аккуратнее. Мохнатый мячик. Разбудит. Мохнатый мячик. Ну посмотрите, да? Мохнатый мячик, да? 10 баллов Сергей Михайлович приносит своей команде, да. Успешно, удачно для обеих команд прошел конкурс. Денис, называй баллы. Радуй нас. Тот самый момент, когда команда рестораторов выступает ровно в два раза лучше, чем команда преподавателей. Соответственно, 50 баллов у команды рестораторов. Есть! А у команды мы? Ну посчитай уже. 25. Красавцы! Да. Друзья, двигаемся далее. Конкурс называется «Кикадзару». Это та мартышка, которая не слышит. С какой команды начнем? С любой. С вашей кто? Давид, Вова, кто слушает? Становись здесь. Да, нормально. Надевай наушники. Ты нас пока что слышишь, правильно? А вот теперь уже слушаешь «Рамштайн». Топчик, говори, топчик. Твое словосочетание. Напомню, два слова. Округлый ромб. Округлый ромб. Минута, Денис, у нас пошла. Ромб. Ромб. Лом. Почти. Ромб. Второе слово. Второе слово. Ромб. Роба. Ромб. Ро. Ро. О. Второе слово. Ро. Второе слово. Лоб. Вор. Р. Р. Ре. Ре. Ро. Ро. М. Б. Б. Ромб.
Во! Робкий! Не-не-не! Роб! Ромб! Роб! Ром! М! 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 Хотя бы округлый попытайся сказать ему. Ромб! Не-не, на ромб давить. Ромб! Ромб! Робокоп! Ладно, все, снимай наушники. Минута. Я ему уже так показал. Ну, не угадал. Округлый ромб. Было сложно. Тебе спасибо. Тебе спасибо из 10. Ну, близко. 3 балла даем. Ладно, молодцы. Да, да. Друзья, кто? Сергей и Сергей. Аплодисменты двум Сергеям. Один здесь, другой здесь. А, пожалуйста, Сергей Михайлович, наушники есть? Пиратский термос. Попробуем. Минута пошла. Пи. Пить. Пи. Бить. Пи. 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 Меня бить. Пи. Пират. 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 Пи. А может термос? Ты. Тер. Заяц. Тер. Тер. Мос. Сдача. Сдача. Термос. Намордник. Термос. Термос. Я не понимаю. Я тоже. Это честно. Термос. Термос. Забор. Время вышло. Так, давайте предположим. Заяц, забор, намордник. Я ничего не понял. Пиратский термос. Пиратский термос. Термос. Было весело, для кого-то немножечко продуктивно. Давай узнаем баллы, насколько изменился счет, Денис. Ну, именно что на немножечко, 53 балла у команды рестораторов. Да. Ну и 25, как и было. Стабильность! В руке у меня маркер, а на лице Тимура уже слипер. Значит, он готов участвовать в конкурсе Куинджи. Идем сюда и выходи, выходи. Тимур, да не бойся, не бойся. За минуту нужно будет по подсказкам твоих товарищей дорисовать картину. Если ты готов, ребята, готовы, минута пошла. Тимур, это корзина, как у красной шапочки. Левая рука выше, вот, чуть-чуть левая, ниже, чуть-чуть ниже. Обратно, чуть-чуть. Вот, правая, все, правая, поехали. Указательный. Левее. Вот, ниже, еще, ниже, ниже. Чуть-чуть, левее. Левее. Чуть-чуть, левее. Левее. Чуть-чуть выше. Вот теперь поехали. Стоп. Вправо рисуй. Стоп. Корзину. Вправо и вниз дугу веди, вниз. Вот рисуй так. Корзину. К левой руке, к левой руке, к левой руке веди. Веди, веди. Веди вот к левой вниз руке. Вот так. Так же дугой, так же дугой. Так же дугой веди теперь. Левее, левее. Чуть-чуть. Вот, поехали, давай. К левой руке, заводи, заводи. Молодец. Красава. Теперь давай верхнюю точку, верхнюю теперь точку. Теперь опять верхнюю вот, точку. Вот ты прям ниже. Еще левее, 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 левее. Выше. Чуть-чуть, вот так, еще чуть-чуть. Выше, чуть-чуть. Совсем. Вот еще. Так, поехали, дугу вторую, рядом. Все, пошли, стоп, вот, закругляю, так, закругляю. Да, да, закругляю. Все, хорошо. Теперь выше, выше, правая рука, выше, выше, выше. Чуть-чуть ниже, ниже. Еще, ниже. Еще, вот теперь. Просто вправо. Левее, чуть-чуть левее, чуть-чуть левее. Поехали вправо, просто веди просто полосу. Просто полосу вправо. Стоп. Снимай слипер, давай посмотрим, что у тебя там. Я не знаю, что это. По 10-бальной шкале это слабо похоже на ведро. А это скорее, не знаю что. Ну, 3 балла точно это зарабатывает. Оксана Владимировна, опять мужчины вас направили на этот конкурс. Значит, вы рисуете лучше всех. Вот левая часть. Если вы готовы, то минута началась. Это четвертинка арбуза. Стоп, рука вправо ведем. Вправо, 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 ровно. Ведем, 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 ведем. Еще быстрее, 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 быстрее. Опускаем дугу вниз. Опускаем, 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 опускаем. Сужаем, 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 сужаем. Давай, 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 давай. Есть. Так, поднимаем руку вверх чуть-чуть, рисуем зернышки. Зернышки рисуем. Рисуем правее зернышки. Зернышки, 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 зернышки. Есть, ведем руку вправо. Право, 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 право. Ведем, 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 ведем. Стоп, рисуем еще одну дугу вниз. Рисуем, 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 рисуем. Да, 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 есть, стоп. Чуть вверх рисуем зернышки, чуть вверх, стоп. Рисуем зернышки. Зернышки, зернышки, правее, 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 правее. Ниже, 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 ниже. Чуть правее. Достаточно пойдет. Раньше времени закончили. Аплодисменты команде.
Оксана Владимировна, смотрите. Идеально. Нет, ну сносно. А то, что косточки немножко на улицах, вы уже его поели. Да, да, созрели. Здесь не меньше, чем 15 баллов нельзя добавить. Да? Друзья, двигаемся далее. Нужно узнавать счет. И прямо сейчас нам Денис его озвучит. Давай. Преподаватель набирает 40 баллов. И догоняю. Догоняю, действительно, потому что не так далеко. И можно побороться за выход в финал с рестораторами, у которых 56 баллов. Есть. Друзья, на самом деле это малюсенький отрыв, ведь впереди у нас конкурс «Крокошто». Стандартный крокодил. Нужно показывать своей команде слова, которые я даю вам в рандомном порядке из этой программы. За отгаданное – плюс 5, за пропущенное слово – минус 3. Постарайтесь не ухудшить свое положение. С кого начнем? С вас. Кто? Тимур. Аплодисменты Тимуру. Вчера да? тренировались, все нормально. Да? Да? Если все готовы, то минута твоя, Тимур, начинается. Пропускаем. Парабола. Дальше. Ага. Чай, кофе. Кофе. Сахар. Молоко. Сливки. Сливки. Ты. Татарин. Человек. Татарин. Национальный. Тандыр, самса, лепешка. Кирпичи, кирпич. Строй. Кирпич. Это блюдо, еда или что? А, участок. Участок. Комар. Комар. Небо, планета, космос, звезды. Звезды. Звездопад. Земля, мир. А, сцена или что это? Ты помещение показываешь? Антураж. Декорация. Декорация. Вази. Вообще, как это? Телефон. Пейджер. Пейд, ты помнишь? Вам сейчас линии слова? Это уровень, полки, этажи, квартиры. Этажи, этажность, квартиры. Лестницы, квартиры. Ну это сложно, конечно. Я бы, может быть, это делал, я даже не знаю, как. Подожди, ну не пропускаем. Не пропускаем, нет. Ярус. А, ярус. Сложно. Я бы Тимур молодец. Да, да, да. Ярус. Физика. Пора было ему. Кто? Итак, он выходит, да? Вов, твоя минута начинается. Думать, задумчивость. Да пропускай, давай дальше. Столица. Блин. Шар. Чемодан, сумка. Сумка, чемодан, корзина, барсетка, не знаю, меньше? Или что это? Этот. Авоська. Пакет, корзина. Пакет. Преподаватели, педагоги, профессоры, экзамен. Филологи. Самые лучшие преподаватели. Нет? Ну ладно. Зачет, экзамен. Экзамен, зачет в университет. Сессия, да. Не знаю. Запрос. Это что? Предмет, что? Стена. Глазок. Дырка! Это мощная скважина. Там дырка! Словом, вольт. Вольт. Он долго-долго хотел показать. Было сложно. Аплодисменты, Давид, выходи, давай. Итак, готовы все. Давид, тоже минута началась. Ты. Экскурсовод. Экскурсия. Экскурсия! Дальше. Гуманитарий. Это я. Писать. Писать. Ручка. Ручка. Задумчивый, думаешь, умный. Мысль. Учитель, преподаватель, смотрящий. Смотришь. Смотрящий. Давай дальше. Внимание. Бухой, пьяный. Деньги не вопрос. Пьяный. Время. Алкоголик со стажем. Пьяница. Пьян до лыга. Завязку. Наоборот. Наоборот. Закодироваться. Кодировка. Завязать. Завязка. Развязка. Наоборот, блин. Все! Слово быстро! Забыл! А вы знаете это слово? Раскодировать его надо. Нет, за. За. Сейчас, подожди, раз, два, три.
Забой! Это было слово «забой». Давид, спасибо, да. Есть, Давид, да. Итак, друзья. Команда «Мы». Готовы ли вы? Аплодисменты, Оксана Владимировна, конечно. Все то же самое. Есть у вас ровно минута, и она уже начинается сейчас. Квадрат. Книжки читать, перелистывать, записывать, конспект, дневник, журнал, блокнот, ручки. Закрываю, открываю, сдаю сессию, борода, ученый пишет дипломную диссертацию, профессор, академик, пишет, труд пишет. Писатель есть, писатель. Да. Так. Майка, купальник, объем, бикини, купальник, маленькое платье, обнимать. Вот это вот показывает Оксана Владимировна. Это объем, обнимашки. Объем еще. Бюстгальтер, что там еще? Ну, я вряд ли. Пропускаемся еще. Обхват, мужчины, обхват! Выступать, ходить на месте, танцевать, делать шаг. Сменять. Смена. Это было слово «смена», Оксана Владимировна. Спасибо, аплодисменты, да. Я же вам Толстого показал. Итак, правила все те же. Готовы. Минута пошла. Пропускаем. Ситуация. Черт. Олень. Рога. Козел. Заяц. Было. Ручка, письмо, карандаш, калькулятор. Стручок. Фасоль, горох. Фасоль, да! Молоток, гвоздь. Зубило, плотник. Плотник, да! Жернова. Нет, дрель, коловорот. Коловорот. Блин, сверло, коловорот. Коловорот, сверло. Три дрели. Но они назвали синонимы того, что было. Нет, я жду. Терка, три. Блин. Жернова. Мельница. Пропускаем. Бур, говорит, три буквы на лице. Я был показан. Дальше. Не знаю. Это вам известно. Нет, они не отгадают. Староста. Слово последнее. Сергей Владимирович. Следующий выходит к нам. Сергей Владимирович, аплодисменты. Да. Итак, Сергей Михайлович нагнал вам, конечно, баллов. Немало слов угадал. Ваша очередь, минута уже пошла. Бокс, митинг. Победа. Протест, выступление, Ленин, броневик. Демонстрация. Демонстрация, партия, выборы, лозунги. Пролетариат. 1 мая. Ладно, прокатывай. Бунт. Маленькая прорубь. Решетка, тюрьма, сидеть. Люк. Люк. Заключение. Заключенный, заключать. Роба. Одно решетка. Решетка за решетками. Занимайся спортом, зарядка, физкультура. Зарядка. О. Удочка, ловить рыбу, ловля. Рыбак. Насадка, наживка, крючок, рыба. Червяк, рыба. Поплавок. Рыба, наживка, червяк. Рыба, добыча, рыболов. Улов. Ну что это за рыба? Конкретно. Есть, 5 баллов. Да. Друзья. У нас остался еще один конкурс, но перед этим нужно узнать баллы, чтобы понимать, у кого какой отрыв. Итак, Денис, озвучь. Получает наши преподаватели 59 баллов имеют. Есть! А наши замечательные ребята, рестораторы, 72 балла. Есть возможность порадоваться. Друзья, отрыв 20 баллов не так и велик, потому что за каждое правильное, своевременное ответ я буду давать 10 баллов. Можно быстренько все сократить. Итак, блиц-шприц. За 5 секунд дать ответ, назвать 3 чего-нибудь. Мы уступаем. Точно? Ну, как хотите. Сергей, с вас начнем. Назовите, пожалуйста, за 5 секунд 3 животных на букву «С». Собака. Соболь.
Спасибо, Господь. Ладно, 6 баллов есть, Сергей. Аплодисменты есть. За 5 секунд есть. Суслик. Сергей. Да. За 5 секунд назовите, пожалуйста, трех русских актеров с именем Павел. 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 Павел первый, Павел второй, Павел третий. Не знаю. Воля, Деревянко. Не знаю. Прилучный. Майков из бригады. Майков. Прилучного знаю. Ладно. В любом случае, аплодисменты Сергею Витальевичу, да? Коль мы пошли, продолжаем тематику. Животные на букву Х. Так, можно даже начать? Да! Хомяк, хорек и еще кто на Х? Что? Хорнштайн. Нет. Хволк. Ну, кто-нибудь вот И кто же такая еще у нас? Ну, хама неверующая. Ну, может, подсказка друга. Хапибара. Хапибара? Хапугай? Ладно, там был третий хамелеон, но 6 баллов и заработали. Аплодисменты, да. Ты сомневаешься, что хамелеон начинается с буквы Х или нет? Нет, ну, на корейском не так. Он просто решил на корейском он вкуснее звучит, я понял. Итак, давай-ка... Твои любимые фрукты на букву Ж, да? Жимолость, жимолость! Итак, жожоба. Овощи на букву П. Перец, петрушка и помидор. А петрушка считается тоже овощем, ведь правильно, да? У вас, да? Да. У вас, да? Ну, 6 баллов ты получаешь. Ладно, хорошо, давай. За 5 секунд марки авто на букву М. Мазда, Митсубиси, Майбах. Отлично. Понял. 10 баллов. Я забронировал их уже. Просто это ваши машины, я понял. Тимур. Назови за 5 секунд 3 сказочных героя на букву Ж. Что? Жюль Верн писатель. Хотя бы железного человека свой любимый назвал бы не за... Сказочного. Железный дровосек, принцесса Жасмин, жучка из репки и жар-птица. Есть их немало. Аплодисменты Тимуру все равно. Ладно. Специально сделал. Дружище, если тебе нужно что-нибудь яркое, идея, праздник, свет, звук, сцена, агентство «Большая перемена». Ребят, подошло это испытание уже к концу, и Денис знает наши баллы. Давай-ка озвучь. Итак, по результатам всех конкурсов. Друзья мои, могу сказать, что это была очень крутая битва, достойна второго полуфинала. Наша интернациональная команда рестораторов побеждает. У них 88 очков. Ну а уважаемые преподаватели набирают 71 балл. И маленький отрыв. Маленький отрыв. И эти аплодисменты вам, друзья. Друзья, я вас приглашаю сюда, на сцену. Конечно же, да. И по традиции я дарю вам книги, и уверен, вы тоже считаете книги лучшим подарком. Вы имеете огромное влияние на своих студентов и знаете поистине, что такое психология влияния. Психология убеждения, психология влияния. Возможно, оно вам не нужно, но перечитывать иногда еще раз не лень. А вам аплодисменты еще раз, спасибо. Итак, друзья, напоминаю вам и в первую очередь тебе, мой дорогой друг-телезритель. Прямо сейчас, посмотрев эту программу, заходи в социальную сеть ВКонтакте, в нашу группу телеканала «Первый Крымский» и голосуй за лучшего игрока, по твоему мнению. У меня для него есть специальный подарок, сюрприз, и от тебя все зависит. Вам, друзья, спасибо. Идете далее в финал. Вам, друзья, спасибо. Всем спасибо, телезритель. Пока. Через неделю увидимся. Пока.